Добрый день. Рад, что вы пришли на сегодняшний мой вебинар. Сегодня мы будем рассматривать управление закупками в 1С и ERP. Ну, такой, сказать, начальный базовый блок. Ну, рассмотрим много участков. У нас по плану посмотреть регистрацию информации по поставщикам, зарегистрировать условия закупок, провести оформление заказов поставщикам, дальше закончить это оформление поставок товаров нам на склад, смотреть, как делаются корректировки и возвраты товаров поставщику, рассмотреть процесс закупки импортных товаров, ну и комиссионную торговлю. Предлагаю начать наш вебинар. Ну, схема процесса закупки, если так укрупненно, делится на несколько этапов. Да? Это регистрация условий закупок, куда мы записываем некие соглашения с поставщиком, информацию о том, как выполняются заказы, сколько дней у них тратится на это, по каким ценам поставка осуществляется, где мы можем мониторить там цены конкурентов. А следующий этап такой крупный – это размещение заказа поставщику, согласование с ним его, условия поставок. После этого делается регистрация товара, который фактически поступает к нам на склад. Осматривается, есть ли нет какие-то расхождения в его приемке, ну и заканчивается, если этот этап, возврат товара поставщику, если он требуется. Начнем мы с простых вещей, да, о том, что поставщиков у нас будет, может быть, множество, различное количество. Поставщики могут поставлять и одну и ту же номенклатуру, которая есть у нас, как у покупателей. Вот, и взаимодействовать с ними удобно было бы, чтобы каждый использовал свою номенклатуру. Система 1С ERP позволяет вести отдельно такой справочник, как номенклатура поставщика. В ней отражается информация в том виде, как она идет от поставщика. И в ней мы сделаем соответствие с номенклатурой нашей. Сейчас я это попробую продемонстрировать. Мы знаем, что 1С ERP достаточно модульная система и очень много настроек, которые включают или выключают тот либо иной функционал. Поэтому при переходе к каким-то этапом, функциям, что мы хотим использовать, нужно обязательно начинать через NCI, настройку администрирования. В данный момент мы должны включить возможность для того, чтобы мы включили опцию номенклатуры поставщиков, нам нужно зайти в настройку NCI разделов номенклатура и подключить использование номенклатуры поставщиков. Вот поставить эту галочку. Без нее эта функция не активируется. Дальше у нас в различных документах, заказах, поступлениях появится возможность как заполнять их на основании номенклатуры поставщиков, так и видеть их в соответствии с нашими.
номенклатура поставщиков, она и есть, ну, как я сказал, в разных документах, но есть она еще и в поставщиках. На примере поставщика я попробую показать, как делается регистрация. А у нас есть номенклатура партнеров. Здесь можно построить такую же иерархию, как и в обычном справочнике ERP по нашей номенклатуре. Но параметров здесь немножко поменьше. Что здесь делается? Здесь наименование выводится, так как оно есть именно у поставщика в том виде, в котором мы артикул поставщика можем, да, использовать штрих-коды, которые у них есть. Вот. Виды упаковок, которые используется поставщик. А в нижней части мы как раз пишем соответствие товара поставщика нашей товарной позиции. Наши упаковки. Где мы можем это использовать? Мы можем использовать нашу номенклатуру поставщика, допустим, при установке цен. Мы переходим в раздел «Цены поставщиков», «Прайс-листы». Здесь можно выбрать нашего поставщика и зарегистрировать цены. Цены можно сделать как самостоятельно, нажимаем «Сформировать». Здесь мы тоже выбрать можем как поставщику, по номенклатуре, по номенклатуре. Выбирать обязательно нужно, какой тип цен используется, какой прайс-лист со стороны поставщика. Здесь тоже функционал, да, мы можем как-то добавить. Что мы можем знать о ценах? В ценах поставщиков здесь тоже небольшая информация. Цена включает НДС или не включает. Дальше цены поставщиков имеют два статуса, два состояния. Если по этим ценам осуществляется продажа, то это цены доступны для закупки. Если мы производим мониторинг конкурентов, то это просто цена доступна для клиентов, поставщик является конкурентом. С помощью опции цены поставщиков прайс-листы мы можем как устанавливать цены от поставщиков в наш адрес, так и мониторить цены конкурентов, чтобы понимать, что происходит на рынке. При установке цен также мы выбираем, с какого периода начинает действовать наш прайс-лист, какого числа он вступает в силу. Это через соглашение с поставщиком. Так. Что мы здесь видим? Если ранее цена уже была установлена от этого поставщика, то мы можем видеть, какая цена была до сегодняшнего момента. И она же сюда же и подставится. То есть, если поставщик нам повысил цену, то здесь происходит некая обратная связь о том, что произошло изменение цены. Прежняя цена была 1000 рублей, допустим, в моем примере. Изменение произошло на 100 рублей или на 10%. Также вот внизу информация тоже в виде выводится. Если будет понижение цены, то внизу зелененьким показывается. То есть мы можем видеть, какие изменения произошли с ценой перед тем, как это зарегистрировать. И может быть, мы там готовы, не можем принять эти цены, да, и отправить поставщику некий отказ от принятия цены. Для чего была использоваться номенклатура поставщика? Установку цен можно делать не только вручную, да, а загрузить из внешнего файла. Что мы здесь видим? Наименование поставщика.
какую цену поставщик установил. Можем указать партию, по которой какая минимальная требуется для нас. То есть это все подгружается от поставщика через файл Excel, Word или что-то еще. Можно даже также настроить, чтобы ERP сама забирала откуда-то из сайта прайс-лист поставщиков, да, и периодически, допустим, занималась автоматическим мониторингом. Здесь тоже мы видим, да, произошло ли изменение. Если какое-то сравнение, ну, некое сравнение цены с той, которая у нас уже была зарегистрирована, какие изменения произойдут у нас после регистрации этих сообщений. Все, да? Все корректно, все хорошо. Можем какой-то комментарий для себя оставить про это. И нажимаем «Готов», и мы увидим, что у нас сразу же в системе появится цена. Установили 1100 рублей. Вот после нажатия «Готов» происходит сразу регистрация. Вот у нас появилась, была на 1 июля цена и зарегистрирована сегодня еще. Документ, который мы с вами закачали. Вот он в таком виде. 1100. Регистрация цен нам позволяет еще сделать такую вещь, как проанализировать цены, каким поставщиком нам выгодно работать в данный момент. Мы переходим в отдел закупки и отчеты по закупкам. Здесь есть отчет «Условия закупок», который нам сможет сравнить, показать. Ну, вот я одну пока номенклатуру оставил, с которой мы работаем. Что у нас есть два поставщика по этому товару. У этих поставщиков разная цена. Да? Здесь всегда будет две цены выделены цветом. Самая низкая цена, это будет 1000, у нас 1100, выделена зеленым цветом. Самая высокая цена будет выделена красным цветом. Ну и определенные еще какие-то условия дополнительные, если требуются со стороны поставщика, там минимальная партия заказа, либо еще что-то. Поэтому регистрация цен нам позволит понимать, с каким поставщиком на данный момент выгоднее контрактоваться и у кого заказывать ту либо иную продукцию. Следующее, что я предлагаю рассмотреть, это наши соглашения с поставщиками. Использование соглашений – это не обязательный параметр. Вот, он также включаемый или выключаемый, но соглашения позволяют сделать типовые настройки, которые можно будет в момент поступления товаров контролировать эти соглашения, чтобы они исполнялись, и отражать в них наши договоренности. Для включения соглашений мы также переходим в настройку администрирования, переходим в закупки и должны поставить вот эту галочку, которая позволяет нам использовать соглашения с поставщиками. На в самих соглашениях мы можем прописать склад, куда будет поставлять товар нашего поставщика,
мы можем там зафиксировать сроки поставки, да, в течение какого периода времени поставляет товар к нам, от поставщика. Здесь же в соглашении можно настроить и различные условия оплаты. Предоплата, отсрочка платежа, либо какая-то такая некая смешанная технология оплаты. В рамках соглашения можно сделать детализацию, в какой валюте будет использоваться ведение с поставщиком и способ детализации заказов. Также можно в рамках соглашения некие поставить контролирующие опции. Это запрет закупок по ценам выше, чем указано в соглашении, либо цены поставщиков зафиксировать по наценкам и скидкам, которые может в стандартном режиме проходить, а если сверх, то это будет блокироваться и там отправляться на другой уровень контроля. Так, в настройках соглашения с поставщиками мы активируем. После этого у нас появляется соглашение с поставщиками. Здесь мы можем создать новое соглашение. Соглашение есть. Модер, поставщик. Да, мы видим, что это за вид операции. Это закупка у поставщика. Здесь же указывается наше юридическое лицо, с которым это соглашение заключено, на какое оно будет отправлять. Естественно, в соглашении есть дата начала, с которой даты он начинает действовать, это соглашение, и обязательно есть статус действующее, недействующее, несогласованное, либо закрытое. А сами условия закупок отражены на закладке. Ну, здесь, как я уже говорил, да, мы можем проставить некие соглашения, которые идут на сколько дней требуется на поставку товара. Возможно, есть какая-то минимальная сумма заказа, которая требуется. В каких ценах ведется с ними взаиморасчеты, да? Ну, есть возможность выбрать валюту, но оплата в рублях тогда по курсу будет, либо еще что-то. Ну, детализация расчетов по заказам, по расчетным документам, стандартный набор функционала. А на закладке «Прочие условия» мы можем настроить учет многооборотной тары в системе, если он требуется. Условия оплаты, которые бывают, они также у нас должны подключаться через NCE администрирование. Также в разделе закупки, какие у нас бывают здесь есть простой вариант предоплата либо отсрочка платежа кредит, есть более такой сложный произвольное количество этапов оплаты, которые уже можно будет потом при выборе его индивидуально настраивать под каждое соглашение.
Далее, когда у нас настроены цены от наших поставщиков, подкачана номенклатура, с которой мы взаимодействуем, занесены в систему соглашения, в рамках которых мы действуем с теми или иными поставщиками, мы можем перейти к оформлению заказа поставщику. Вся информация, которая у нас есть, соглашение, она будет автоматически туда подбираться, сам заказ. Но у нас есть возможность некие корректировки добавлять, либо какие-то ручные скидки добавлять, либо изменять. Один из ERP у нас позволяет ввести статусы у наших заказов поставщику, которые обязательно будут меняться в ручном режиме. Вот. И есть еще состояние заказа, что с ним происходит на данный момент. Состояние система рассчитывает сама. По этому состоянию мы можем увидеть, куда мы двигаемся, на каком этапе сейчас выгодно находится наш заказ. Естественно, для того, чтобы использовать заказы поставщика, мы должны это включить в опции. Здесь есть специальная закладка заказы поставщиком, где мы можем что-то выбрать. Ну, во-первых, сам зарегистрировать, что у нас ведется по заказу поставщика условия. Да? А мы можем разрешить, чтобы на основании нескольких заказов поставщику был один приходный документ в системе, либо расходный, на основании расходного наклонной поставщика. Мы можем контролировать закрытие заказов поставщиков и контролировать закрытие оплат по этим заказам. Мы можем ввести причины отмены заказов, если такое нам будет интересно. И мы можем согласовывать заказы поставщика, причем согласование может быть по разным направлением, где будет разная ответственность. Если согласуется по стороне логистических услуг, то там будет свой ответственность за это согласование по финансовой части, по ценовой политике, по коммерческим каким-то условиям. Сами заказы у нас идут в закладке закупки, заказы поставщика. Ну, заказ можно создать несколькими способами. Если мы ведем план закупок, то он может на основании нашего плана закупок формироваться заказы. Вот. Либо по текущей потребности, какие возникают со стороны там, продаж, либо производства, либо еще. В нашем примере мы сейчас будем пробегаться, проходить по типовой схеме. Заказ поставщику мы создадим самостоятельно и ручно. Мы выбираем нашего поставщика. Вот. Как я и говорил в начале, что соглашение это в принципе вещь не обязательная. Если в продажах это обязательная вещь, то в закупках она может быть не обязательна. Вообще, в принципе, закупку можно и по более простому режиму вести, без вот этих вот всех заказов, регистрации цен. То есть система позволяет делать просто регистрацию поступления, если она, скажем, разовая вещь, подать с этим поставщиком, у нас не будет каких-то долговременных длительных отношений, просто можно зафиксировать поступлением товаров и услуг, какую-то закупку, там может быть за наличный расчет что-то произошло, да, там какая-то разовая закупка, либо вообще поставщик один раз что-то поставил, да, и вот эту всю длинную цепочку можно упрощать просто через один заказ. Ну, с этим поставщиком у нас есть соглашение. Поэтому я его выберу, и после выбирания соглашения у нас автоматически проставляется, да, хозоперация, что это закупка именно поставщика, организация, по которой будет происходить закупка, и склад, куда это все придет. Как я и говорил, вот у нас есть статусы. Будем считать, что
согласован. Пока так. Следующий статус – это подтверждение. То есть мы должны будем сформировать заказ. Заказ отправить поставщику. И после того, как поставщик сказал, да, все хорошо, я подтверждаю ваше количество, я подтверждаю объемы, которые были заявлены, цена, все корректно, и сроки, которые вы попросили, это все подтверждено. Мы поставим статус подтверждено. Заполнить сам заказ тоже можно разными способами, да. Мы можем его как пульты подгрузить. Мы можем... Ну, в данный момент мы идем с вами простым путем. Ручный подбор товара. Здесь, как я и говорил ранее, у нас есть разные способы выполнения. Мы можем по собственной номенклатуре, которая есть в нашей базе, заполнять заказ. Либо по номенклатуре поставщика. Ну, так, что-то здесь у нас, как всегда. Ну, вот видим, да, что оно существует, что оно зарегистрировано, только у нас немножко форс-мажор не дает это выбрать. Так как у нас уже по этому поставщику были зарегистрированы цены, то они автоматически подставились в сам заказ. Находясь в заказе поставщика, мы можем проанализировать, а правильно ли приняли решение заказывать у него. Для этого мы можем опять посмотреть анализ цен. И убедиться, как я уже говорил, да, что эта цена на данный момент самая выгодная. Да? Мы видим, что мы выбрали поставщика. У него в документе, который мы сейчас формируем заказ поставщику, цена установлена 1100 рублей. Вот. Это является минимальной ценой, которая у нас на данный момент есть предложение. Вот. И видим, что у нас есть еще один поставщик, который поставляет аналогичную продукцию, но с более высокой ценой. Поэтому выбор сделан верный к этому поставщику, и нужно отправлять наш заказ. А здесь мы обязательно должны выставить дату ожидаемого поступления к нам на склад. А будем считать, что с поставщиком все согласовали, весь объем у него есть. Поэтому я его сразу перевожу в статус подтвержден. Проводим заказ. Ну вот, как только мы провели документ, у нас появились этапы оплаты. То есть, да, мы зарегистрировали план, что у нас есть. 26 числа произойдет поступление товара. После этого у нас возникнет задолженность. Ну, сам платежный календарь мы не будем сейчас рассматривать, как строится. Как я и говорил, у нас теперь появился статус «Готов к поступлению». Вот, в отличие от продаж, в закупках нет жесткого контроля по оплатам. То есть и здесь нету, ну, мы со своей стороны не фиксируем, как в продажах ПДЗ, чтобы ставили блоки на нагрузку, все остальное. И это информативно выходит к нам. То есть мы можем отправлять заказ, если заказ согласован поставщиком принято, ну, значит, все нормально. Мы это можем спокойно учитывать, отгружать, ждать от него продукцию. Потому что эта сторона идет с их стороны контроль за нами. Вот.
Также мы можем сам заказ отправить поставщику в их форме печатной. Заказ поставщику по данным поставщика. И здесь мы увидим, что номенклатура будет заполняться с их названиями, с их кодами, вот, ну, естественно, с ценой и в их единицах измерения. Вот видите, у нас товар основной ассортимент. А если мы это сделаем в своем виде, то здесь будет использоваться наше номинование. Это очень удобно, потому что каждый будет использовать те наименования, которыми он привык, которыми он оперирует. И ему будет легко у себя в базе найти нас. Вот. Мы установили дату поступления. Дата поступления ожидаемого нашего заказа, она позволяет дальше ввести товарный календарь. Товарный календарь у нас находится в уже в закладке «Склад». И мы здесь видим отчет. Склад, отчеты по складу, товарный календарь. Ну, я здесь выбрал нашу номенклатуру, чтобы не сильно распылялось. Что здесь мы видим? Мы видим, что товарный календарь позволяет еще даже спрогнозировать, какие будут у нас остатки на ту либо иную дату. То есть на сегодня есть некая просроченный приход. Сейчас мы посмотрим, что это такое. И на конец дня будет планируемый остаток. Так как планированных продаж по этой позиции пока не было. А потом мы видим, что будет на несколько дней вперед. И если вы помните, да, мы поставили, что этот товар мы ждем 26-го. Если до 26 числа не произойдет никаких изменений с позициями, то есть не будет расходов, то на конец дня 26-го у нас уже плановый остаток будет равняться 30 единиц этого товара. То есть, да, ну, если будут запланированы продажи, то мы будем видеть некое движение, что у нас происходит с остатками. Исходя из него, можно будет строить анализ, план закупок. Вот такая достаточно удобная опция. Что такое просроченный приход? Давайте попробуем посмотреть и найти его через регистратор. То есть у нас был заказ, который мы отправили поставщику. Но в рамках этого заказа товар должен был прийти 21 числа. 21 числа он к нам не поступил. Значит, мы этот товар, нужно выяснять, что произошло у нас с поставщиком, когда он прибудет. Либо товар приехал, но никто его не оформил по документально. Так, ну мы видим, что наш заказ, который мы разместили, он находится в статусе годов поступления, и мы ждем уже только физически, чтобы его привезли к нам на склад. Вот. И мы готовы к тому, чтобы перейти к следующему этапу уже, к оформлению поставки. Система 1С ERP позволяет фиксировать закупку товаров как у поставщиков, так и через подотчетные лица,
Также мы рассмотрим, что возможно покупка импортного товара, который уже прошел таможенное оформление, либо товара, который еще только будет проходить таможенное оформление, мы это рассмотрим дальше. И также мы еще можем принимать товар на комиссию. Система позволяет различные варианты поставок. Мы можем поставку делать один в один с заказом. Мы можем объединять несколько заказов в одну поставку. Либо мы принимаем поставки в рамках соглашения с поставщиком. Если склад будет использовать ордерную схему, то поставка будет либо являться распоряжением для приемки на склад, либо может быть делаться уже на основании прием принятое количество складом, и на основании ордера со склада будет делаться приемка. Предлагаю посмотреть копии базы. У нас делается этот документ. Мы видим, что у нас заказ готов к поступлению, то есть ждем товар. Что мы отсюда можем почерпнуть? Мы знаем, что этот товар будет отгружен к нам в кредит, оплата после отгрузки. Пятое плановое платежа 26. Да? То есть пока только в плане, по фактически к нам еще не приходило ничего. Поступление в плане, ждем. Также мы ждем количество единиц товара, на какой склад. Если мы планируем разовую поставку какую-то, которая не на основании заказа, никакого распоряжения нет, то мы должны будем это делать через раздел «Документы закупки». Здесь сюда зайти, и здесь будем делать самостоятельный документ. Вот здесь создать какой-то из документов. Но у нас есть заказ. Поэтому мы перейдем в раздел «Накладные к оформлению», в которых будут появляться наши распоряжения. Вот и наш заказ. Он является распоряжением к оформлению приемки. Если бы использовался ордерный склад, то мы бы взяли бы на основании приходного ордера, который склад бы уже все пересчитал фактически наличие товара, на основании его бы создали. У нас мы будем оформлять по простому складу без ордерной схемы. Здесь просто этот, выделяем наш заказ и нажимаем оформить. Как ранее было проговорено, так как у нас есть соглашение, на основании соглашения был уже сам заказ заполнен, поэтому все здесь будет заполнено автоматически. Хозяйственная операция. Куда поставляется товары, по какой цене они пришли. Вот. Находясь в самом поступлении товаров и услуг приобретения, мы можем здесь же зарегистрировать и счет-фактуру.
мы можем видеть, что у нас поступление произошло. Поступление произошло фактически раньше, чем было запланировано. Также мы можем просмотреть, есть ли у нас какие-то отклонения от условий закупок. Для этого как раз и у нас используется соглашение, чтобы можно было его контролировать. Отклонение условий закупок у нас отсутствует. То есть, когда у пользователя есть расширенные права, то эти условия по отклонениям будут проходить спокойно. Если у пользователя есть настройки, то он не сможет оформить ни заказ поставщику, ни закупки, которые будут выходить за пределы соглашения. Смотрите, да, мы переходим в заказы поставщиков, и состояние у нас поменялось, да. Видите, у нас текущее состояние автоматически изменяется в зависимости от того, что происходит в системе. Теперь по конкретному этому заказу ожидается оплата, потому что поступление произошло уже. Заказ поставщику, так как мы с вами делали настройку до этого, да, что мы можем и какие-то там изменения делать. Мы можем либо отменить по какой-то причине, да, там с позицию, но для этого мы должны будем расшифровать эту причину, чтобы она произошла, анализ где-то в дальнейшем был. Также заказы, когда он полностью выполнен, переводим его в статус закрыт. Но вот этот пункт закрытия заказов зависит очень сильно от настройки. Если мы в закупках инцидент администрирования поставили галочку контролировать поступление при закрытии заказов и контролировать оплаты при закрытии заказов, то нам нужно самостоятельно будет вручную контролировать, что с этим заказом, и выставлять этот статус закрыт. Если эти галочки не ставить, то после поступления товара, если он пришел к нам в полном объеме, либо оплата будет полностью проведена, система будет сама переводить статус закрыт. Если мы система позволяет осуществлять поставки импортных товаров, которые у нас могут быть разными способами произведены. Если импортный товар уже произведен, фактическое таможенное оформление прошел, то оформление его выглядит такая же, как простая закупка. Только обязательно в документе поступления появится поле, куда нужно будет занести ГТД и страну происхождения. Для этого мы должны в номенклатуру, зная, что она будет осуществляться через импортное, указать, что она ведется учет по ГТД. Видите, в данный момент это не стоит. То есть товара, который ведется ГТД, нужно ставить эту галочку обязательно, чтобы вести учет по серийным номерам. А это, ну, такой товар, который уже прошел таможенную очистку, это товар обычный, с поступлением которого нужно будет просто указать ГТД в табличной части документа. А если товар еще требует таможенного оформления, таможенной очистки, то
в ERP немножко появляются дополнительные документы, которые нам нужно будет оформлять. Товар, который мы закупаем, который еще не прошел таможенную очистку, он делается через закупки. Вот, но у этого вид операции будет выбран импорт. И тогда мы здесь заполняем также количество инструмент, который пришел. Но само оформление ДТД делается через дополнительный документ. Через дополнительный документ ДТД к оформлению. Здесь уже есть некий пример у нас, на основании чего можно сделать. Мы здесь создаем, что здесь? Здесь вбивается номер таможенной декларации. И по остальным разделам, сколько брокеру, какие суммы уплатили, какие таможенные пошлины, какие сборы произошли по данному документу. Благодаря нему мы фиксируем таможенные сборы и всякие оплаты, которые там прошли. Этот документ позволяет еще отслеживать статус ГТД. То есть у нас есть два статуса: на таможенном оформлении, либо выпущено с таможни. На основании чего мы можем тоже отслеживать, где у нас что происходит. Также система позволяет фиксировать поставку товара из стран-участников Единого экономического союза. Вот. А, в принципе, такое же оформление, как и основных поставок, только еще появляется документ, который называется «Заявление о вводе в оформление». Документ, который требуется для товара, который является участником ЕАЭС к оформлению. Система тоже его позволяет учитывать и фиксировать. Также система 1С ERP позволяет принимать товар на комиссию. Вот, на основании которого, для того, чтобы использовать комиссионную торговлю, мы должны согласовать комиссионное соглашение. Вот, только будет у него обязательно выбран вид операции, прием на комиссию. Это комиссионное соглашение позволяет не отражать сразу задолженность перед поставщиком по этой поставке, а ждать, когда выполнятся те либо иные условия, которые обговорены. Соглашение с поставщиками. Что вот мы видим, да, выбирается операция приемка на комиссию, у нее тоже другие условия. Здесь выбирается
какой комиссионной продажи будет вестись, что это будет процент, процент от суммы, какие будут условия. Дальше. Да, немножко пробежал участок. Сейчас, секунду. Возвраты. Для того, чтобы в системе отразить возврат товаров поставщику, есть специальный документ. Возврат товаров поставщику. Делается он либо на основании товара, который был приобретен. Мы можем на основании него сделать возврат поставщику. Здесь указать, какой товар, в каком количестве мы возвращаем. Также отсюда же можно зарегистрировать счет фактуру на возврат. Вот здесь обязательно нужно выбрать в качестве, что у нас будет. Как будет сделано. В качестве, что мы будем, как будет зачитываться оплата. Либо это будет возвращение денежных средств, либо она останется в качестве аванса за следующий платеж. Вот. Мы указываем, с какого склада, какой товар, по какому количеству возвращается в сторону поставщика. Ну и также мы регистрируем сразу счет фактуры на возврат, который у нас есть. Вот поэтому, да. Теперь возвращаемся назад к комиссионной торговле. Само поступление товара на комиссию, мы уже посмотрели, что оно делается через приобретение товаров и услуг. Только соглашение будет не закупка, а прием на комиссию. Он будет автоматически выключен. Вот. Кстати, да, использование... До тех пор, пока мы не создадим отдельный документ отчет комитенту, принципиально у нас никаких задолженностей между поставщиком и нами не возникает. Да? Здесь есть специальное рабочее место подготовки этого документа, и сюда будут уже поступать информация, где будет подготавливаться распоряжение по оформлению. Откуда она берется? Из документов реализации товаров и услуг, из розничных продаж, если у нас списания какие-то со склада произошли, да, вот, и наполняется. До тех пор, пока мы на основании
собранной информации не сформировали отчет комитенту, мы ничего не должны. Формируем отчет комитенту. Здесь формируются оплаты, товары, которые в него попали. И что здесь можно обратить внимание? В DeFi произошла ситуация следующая. Мы клиенту товар отгрузили. И по отчету комитенту зафиксировали, что этот товар был проданный. А прошло какое-то время уже после этого отчета, и товар вернулся назад от нашего покупателя, то в отчет комитенту этот товар попадет с отрицательной величиной. То есть он в следующих отчетах корректирует ту ситуацию, которая возникла с нашим покупателем. Потому что товар как бы вернулся к нам на склад, этот товар нам не принадлежит, и мы должны о нем отчитаться комитенту. Вот. Дальше у нас есть ряд отчетов, которые позволяют отслеживать состояние комиссионных продаж. То есть мы по ним смотрим, какой у нас товар принятый на комиссию, есть ли у нас оформленные отчеты комитенту, в каком их они объеме. То есть что мы видим? Мы видим, что у нас еще там на 219 700 рублей проданного товара, за который мы еще не отчитались. То есть у нас он есть в наличии. Если мы захотим его сейчас там вернуть весь полностью, да, то есть у нас вот такая будет ситуация. Что у нас? У нас по расчетам с комитентами есть отчет, который показывает, на какую сумму приняты товары на комиссию, на какую сумму мы еще не отчитались. То есть, да, у нас на 10 миллионов на комиссии находится товаров. То есть у нас, у нас на остатке находится на 10 миллионов товаров комиссионных, за которых мы еще не отчитались на 200 тысяч рублей. Ну и есть некий долг между комиссионером и нами. Кто кому должен вознаграждение выплатить. Так, отчеты мы уже посмотрели. В системе еще момент, да, мы можем... Да, это полный анализ. Что происходит на начало периода, на конец периода, приняли мы от комитента, возвращено комитенту, какое количество продано. Некое движение полностью по комиссионному товару. Что еще хотел рассказать, да, что либо в системе можно настроить порядок, в первую очередь списывается какой товар собственный, либо комиссионный, если у нас есть и то в наличии. Вот. Ну и, в принципе, сам сотрудник в момент оформления продажи может изменять вид товара, который
мы в реализации можем всегда посмотреть, какой вид запасов у нас по данному документу сейчас реализуется. Вот вид запасов. Собственный товар. Вот. И также здесь мы можем уже вручную, потом, если это необходимо, изменить вид запаса на комиссионные, если какие-то еще, которые будут здесь. В принципе, наверное, это и все, что я хотел рассказать про работу с управлением закупками 1С ERP на сегодня. Такой у нас обзорный блок, который проходит по типовым функциональным модулям. Но, в принципе, он достаточно охватывает большой участок. Готов выслушать ваши вопросы, если они есть. Так, в товарном календаре, что означает количество в наличии на сегодня с минусом? Хороший вопрос. Я такое не видел. Давайте посмотрим вместе. К сожалению, нету никакого минуса. Это вопрос из... Это вопрос из вашего какого-то опыта? Либо подскажите, где, что с ним не то. Ну, смотрите, видите, я не вижу ваши цифры, но что может происходить с минусом? Простой вопрос, да, момент. Если товар продано больше, чем его есть в наличии, вот вам и минус. То есть у вас на остатке есть 10 штук, запланировано еще 10 штук, а под заказы нужны 30. Вот вам и минус. Минус 10 штук будет отражаться. Следующий момент, что еще может быть? Ну, самый простой ответ. Демонстрацию я проводил на версии 2.5, если вы об этом. Но пока 2.5 и 2.4 еще сильно у нас не отличаются с точки зрения закупок. Там пошли изменения в производстве, еще в других модулях, но не в закупках. Мария, попробуйте еще раз вопрос задать, я что-то не совсем пойму, у вас как-то там много чего понажималось. Вопрос. Один и тот же товар разных поставщиков. Может ли по именованию различаться? Да, я с этого и начал сказать. Для этого и сделана система, чтобы у нас товар, один и тот же разных поставщиков. У нас это одна товарная позиция, у каждого поставщика она по-своему написана. И в зависимости, мы же обратили внимание, да, что номенклатура разносилась именно к поставщику, она была привязана, да, вот в нашем примере. И дальше всех остальные примеры тоже к этому явились, о том, что
Вот видите, называю название совсем по-другому, там был товар хороший, упакованный, да, соответствует там той же нашей номенклатуре товар один. Все. В этом и смысл того, что у каждого поставщика-партнера свое наименование, мы его заносим и делаем соответствие нашему наименованию в нашей базе. И мы можем их использовать. Вопрос от Марии, для чего менять статус согласовано, подтверждено. Пока нет подтвержденного заказа, мы не можем дальше двигаться, мы на основании него не сможем сделать поступление товаров и услуг. То есть этот заказ не согласован. Считается. Как я и показывал, мы можем отказаться от статуса. Да, можно просто, заказ принят, и на основании заказа будет делаться поступление. Либо, если мы хотим отслеживать эту цепочку, то у нас включаем статус, и статус меняется руками. На основании плана продаж. Заказ поставщику на основании плана. Там на основании плана продаж, который строится. Ой, на основании плана закупок. А план закупок у нас, естественно, строится уже на основании плана продаж. Мария, вы опять про статусы, да? Смотрите. Там есть статусы и состояния. Статусы – это все ручной режим. Статусы каждый раз мы меняем самостоятельно. Это такой некий дополнительный контроль, который нам позволяет, ну, за системой следить. А состояние – это автоматически изменяемая сущность. Статусы вручную. Единственный последний статус закрыт, я же в тот момент рассказывал, он зависит от нашего вот этой настройки. Если мы в... в закупках выбрали контролировать поступление при закрытии заказа, контролировать оплату, когда последний статус закрыт, нужно делать вручную. Это контроль человека о том, что действительно с заказом все хорошо и действительно с оплатой все хорошо. Если эти галочки не ставить, то статус закрыт, у заказа будет автоматически ставиться после того, как он будет полностью поступил к нам на склад, полностью соответствует поступлению товаров и услуг, будет соответствовать заказу поставщику. Либо оплата, которая была запланирована, там будет полностью соответствовать оплате. Допустим, мы запланировали 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей мы и заплатили, и будет закрыта оплата по этому заказу. Все. Если эти галочки не стоят, если они стоят, то это ручной контроль человека. Всем спасибо. Рад был, что моя презентация была вам полезна. Приглашаю на будущее. И мои вебинары, и моих коллег. Спасибо, до свидания.